Всем привет! Сегодня у нас посылочки из Китая, с торговой площадки AliExpress. Так, здесь я открыл, потому что я не знал, что в этой посылке. Ну и до сих пор не знаю. Решил оставить это чуть-чуть в тайне. Ну это у нас станок для жилет Fusion. Для жилет Fusion, да. Есть у меня оригинал, и из Китая заказал подделку, но очень-очень сильно похоже. Но многие говорят, что из Китая заказывать себя не уважать, то есть они там приходят или сильно тупыми, или еще что-то. Обязательно. Так, вот, мы уже в ванной перенеслись. В ванную сейчас будем париться. Вот он я. Привет, привет. Что-то я в расфокусе в каком-то. Сейчас вот оригинальный. То есть оригинальный от китайского вообще ничем не отличается. То есть вот так вот, да, на первый взгляд. В принципе, из боков они одинаковые. Вот что Fusion оригинал, вот что Fusion китайский. Сейчас начнем мы бритье. Оригинальный мы отстегнем и вставим китайский. Вот этот вот. Китайский точь-точь так же. Все точно встал, как плитой. Сейчас будем наносить пену для бритья. Жилет обычный, то есть пена для бритья для чувствительной кожи. И все, в принципе, вам продемонстрирую, как он бреет, что, какие косяки сразу. Но многие отзывы говорят, что типа ничем не отличается от жилет. Только вот здесь вот не на оригинальном не написано, вот здесь вот жилет. На оригинальном же, сейчас, чтобы вы удостоверились, написано жилет. И еще в Китае, если это будет хороший станок, точнее не станок, а кассета, то я буду там заказывать, потому что в России не стоят такие вот одни кассетки. Одна кассета стоит 350 рублей, а в Китае они стоят 49 рублей. То есть есть разница. Ну ладно, не будем разговаривать, сейчас нанесем пенку для бритья на лицо и попробуем побриться. Перед тем, как начинать бриться, всегда нужно увлажнить кожу. Вот я уже... Да ёб твою! То есть вот я уже половину побрил. Вот. Что по поводу этой бритвы китайской? Ну, знаете, из 5 баллов, наверное... И четверку это много ставить. И 3,5 это мало. Наверное, 3,9. Это, наверное, самый оптимальный вариант поставить этой бритве 3,9. То есть бриться можно. Она даже не больно, ничего. Как бы вот бреешь, абсолютно нормально все идет. Но есть немножко какие-то... Неудобства все-таки есть. От оригинала чуть-чуть он отличается. По бритью. По качеству нет. Качество точно-точно такое же. То есть она за раз запривает все волоски. То есть я не брился 3 дня. Это уже достаточно такая внушительная щетина. И 3,9. Вполне очень хорошая за свои деньги, за 49 рублей, повторяю. То есть, берите, не пожалеете. Все, всем спасибо. С вами был Зверский Китай. И всем до новых встреч.